За прошедшую неделю подразделения Главного управления МЧС России по Сахалинской области реагировали на 46 происшествий, в том числе выезжали на 37 пожаров, из них 8 в жилом фонде и 29 в нежилом. В результате произошедших пожаров пострадал один человек, 2 человека погибли. В отчетном периоде на территории Сахалинской области природных пожаров не зарегистрировано. Подразделения Главного управления МЧС России по Сахалинской области выезжали на ДТП 2 раза, на которых пострадали 2 человека. На водных объектах области происшествий не зарегистрировано. За прошедшую неделю зарегистрировано 6 сейсмособытий, 1 пепловый выброс на вулкане Бэков. Зарегистрированных туристических групп нет. Уважаемые жители и гости Сахалинской области, помните, ваша безопасность – ваша ответственность. Единый телефон вызова экстренных служб 112.